Зашел я в римский ресторан, чтобы по кайфу кичкануться. Вино, мино, туда-сюда, кальян-мальяном затянуться. Сижу, кайфую, вид окно, беру люляшку в свою руку. И в этот день я в первый миг рот познакомил с крымским луком. А горький укус куда пропал? Он что за лук? Он сладкий лук, не лук, а мед, не мед, а сыр, не сыр, а лук, не лук, а тот, а этот лук, он Мерседес, он в мире луков, Илон Маск. Я каждый день его бы ел, я с ним бы спал, я в нем ходил.